Ехали с рыбалки, решили заехать на исток Западной Двины. В лесу вот шли-шли долго-долго, но нашли. Вот так оформлен исток Западной Двины. Вот здесь и вот туда еще какой-то мостик есть. Сейчас все исследуем. Пойдем сюда, сперва посмотрим, что это такое. Вот здесь. Такое интересное здание. Здесь типа маленькая церквушечка. А исток, наверное, вот там где-то дальше. Пойдем туда посмотрим. А здесь вот такой мостик. Вот еще раз такая красивая церквушечка. Вот там вот, скорее всего, исток где-то. Пойдем туда. Вот такой живописный маленький мостик. Через болотинку. Здесь вот мох. Наверное, топка. Устроен вот такой мостик. Идем дальше. Здесь вот есть картиночки про Западную Двину. Карта района истока Западной Двины. Заповедный уголок России. Первый деревянный мемориал на месте истока. Трехскатный павильон арка. Когда-то была. А теперь вот исток сегодня. В 2014 году были построены вот такие. Реконструкция благоустройства было произведено. Вот исток Западной Двины. Памятник природы, расположенный в Пензенском районе Тверской области Западной Двины, берет начало в 1,5 километрах от озера Двинец в южной окраине Корякинского болота. Из-под корней двух сросшихся деревьев вытекает Анучинский ручей, который является истоком Западной Двины. В настоящее время к деревьям прибита металлическая пластина с текстом «Исток реки Западная Двина». Памятный знак установлен экспедицией журнала «Турист» в мае 1986 года. Вот как интересно. Вот такой памятный крест интересный. И вот он сам ручеек. Вот такой. Непонятно, что это ручей, не ручей, просто лужица такая, но вот это исток Западной Двины. И вот он туда идет, и где-то оттуда вытекает вот под этой как раз красивой церквушечкой. Вот это и есть исток крупной реки Западная Двина. Вот какое живописное местечко. Просто в лесу из мхов вытекает ручеек. Вот такая река Западная Двина. Вот мы стоим посреди реки Западная Двина. Вот она вода. Но здесь ни течения, ничего нет, но по крайней мере куда-то она течет. Живописненько. Ходили-ходили мы по лесу и все-таки нашли, вот как там написано, что из-под корней двух деревьев вытекает вот. То есть вообще из ниоткуда. Вот стоит береза. Вот написано исток реки Западная Двина. Флаг российский кто-то здесь прилепил. И вот просто из-под березки вот у нее корень. И дальше нет никакого ручья. И просто из-под березки вот она и пошла, река Западная Двина. И вот туда пошла, и вот уже к той церквушке выходит. О, как интересно, это мы ходили-ходили, и вот наткнулись, вот она оказывается. Табличка, и вот из-под корней прям вот вода. Это и есть исток реки Западная Двина. А дальше вот нет воды, то есть вот береза. И вокруг нигде нет воды.
То есть вот отсюда начинается река. Замечательная река Западная Двина. И дальше Западная Двина вот по такому бурелому где-то там протекает. Вот там поломанные деревья тоже. И вот где-то она там в низинке по болотине течет. Вот такая у нас Западная Двина. Называется, съездили мы на исток Западной Двины. Возвращаемся. А здесь вот поперек дороги только что вот сюда проехали. А теперь вот не проехать. Упало дерево. И вот загородило нам дорогу. И что сейчас делать? Зубами грызть его. Круто. У нас две машины заперты оказались. Весело.